Добрый день, друзья! С вами YouTube-канал «Секрет мастера». Делюсь секретом, как сделать коробочки для сладостей на новогодний шведский стол. Файлы шаблонов коробочек скачиваем на сайте «Секрет мастера» и печатаем на принтере. По линейке обводим пунктирные линии изгиба. В данном случае использован тупой конец ножниц. Ножницами по контуру вырезаем каждую заготовку. Сгибаем заготовку. Упс, ошибка. Если линии обведены правильно, то коробочка легко сгибается. Склеиваем коробочку любым клеем для бумаги. После склейки коробочку можно собрать. Первый экземпляр собран. Если работать в коллективе и разделить операции вырезания, сгибания и сборки, то за час можно легко собрать сотню-две коробочек. Коробочки смотрятся по-праздничному красиво. В продаже таких коробочек я не видел. Дело за малым – наполнить коробочки содержимым. Думаю, у вас найдется, что положить внутрь. Коробочки во время праздника можно дополнительно использовать и для игры в фанты, проведения лотереи или передачи скрытых пожеланий. Прямая ссылка для скачивания шаблонов в описании к видео. С наступающим Новым годом вас! Спасибо за просмотр!